какое значение для вас лично иметь такой семинар? Вас еще можно чему-то научить? Конечно. Пусть совершенство постоянно в учебе, и обмен опытом для нас очень важен, особенно с такой школой, как португальская школа, и где есть очень много хороших вещей, которые могут помочь нам улучшить качество работы в школе. Как вы считаете, как часто должны проходить такие, вот, такие семинары для наших тренеров? Я считаю, что чем чаще мы будем общаться между собой, имею в виду обмен опытом, особенно с специалистами стран, где уровень футбола достаточно высок, но чем чаще, тем лучше.